Как мне бывает неприятно, когда я оказываюсь прав, предсказывая не очень хорошие последствия, а иногда и просто плохие последствия. Не хочется, конечно, быть таким пророком, и потом тебя еще и обвиняют. Ну что же, ты не настоял на своем, что же ты не показал, как это должно было быть. Но в данном случае то, что я вам сейчас показываю, это весна. Весна на нашем источнике, на нашем побережье. Здесь прошла реконструкция, которой сейчас, насколько я вам вижу в публикациях, хвалятся те, кто ее делал, вплоть до того, что все это было под руководством главы администрации сделано, что даже губернатор якобы ни при чем. Ну тогда давайте, кто ответит вот за это? Как я и предсказывал, как теперь это можно сказать, что вот эти деревья по этому краю погибнут, потому что их подкопали. Деревья погибли. Они реально в этом году еле-еле где-то пытаются распуститься, но уже можно констатировать, что это деревья погибшие. Вот те, которые не тронули, видите, они зелененькие, а эти все, они не выживут. Да, вон тут немножечко чистят, но каково нам теперь вот эту видеть аллейку с такими деревьями? Точно то же самое и с теми, кто внутри, их тоже затронуло. Эти канавки, откопанные везде, где прокопали и повредили им деревья, корни, деревья теперь такие. Вот теперь придется их все вырезать и убирать. И кто это будет делать? За чей это счет будет сделано? Все. Наверху еще чуть-чуть хватило там сока, а внизу все высохло. Ой. Я не знаю, как называть тех, кто слышит ничего не хочет и думать ничего не хочет. Вот так. Отреконструировали набережную.